Неожиданно началась паника, сказали, через 10 минут выйди. Через 10 минут начнет землетрясение, но у них, видимо, по плану, как у нас погода. Видимо, гидрометео работает. В общем, через 10 минут начнет землетрясение. А пойдемте на море смотреть землетрясение. Надо взять побольше туалетной бумаги. Какое? В общем, что-то попаниковали и все. Мы являемся свидетелями уникального случая землетрясения на острове Калип, да. Но бывает часто, редко, но... Уже начинает трястись практически. Нет, это была тренировка, это не землетрясение было. А пойдемте дальше гулять. Короче, что-то местные паникуют. Ну, Quake. Маша, ты не играла в Quake. Ну, судя по собакам, вообще все ровно и хорошо. Собаки обычно, когда землетрясение маленькое, оно успокаивает. Собаки начинают. Как это? Quake. Ну, в общем, если землетрясение вдруг начнется, мы обязательно вам про это расскажем. Спасибо.